На Миколаївщині послабили сухий закон. Голова обладміністрації Віталій Кім заявив, що тепер дозволено продаж алкогольних напоїв у вихідні дні. На думку влади, це має облегшити життя магазинів та сприятиме економічному розвитку. Втім, жорстку кару за порушення комендантської години та пияцтво залишать. В Одесі ж продаж алкоголю наразі заборонено. А чи підтримуєте ви таке рішення? Та як вважаєте, чи є сенс піти на послаблення щодо алкоголю в Одеській області? Нет, не поддерживаю, я считаю это неправильно. Все-таки я считаю, пока война, дай бог, не вернее, чтобы закончилась, может быть, тогда и то должно пройти, наверное, какое-то время, потому что ажиотаж, наверное, будет сильный, потому что как бы люди все устали, в основном мужчины, я так думаю. Ну, а сейчас, конечно, нет. Категорически не одобряю, категорически. Потому что в наше время, независимо от того, есть у нас такая активная фаза, нет, вся страна по существу под огнем. Поэтому люди должны быть с трезвыми, свежими мозгами и взглядом, вменяемыми. Потому что алкоголь, вы сами понимаете, он затуманивает. Нам не надо обращать на россиян, которые пьют от страха. Нам бояться нечего. Да мне кажется, от того, что не продают алкоголь, русские уйдут. Я так думаю. Ну а что? Еще не будет горілки? Ну да, не будет горілки, и русские уйдут. А что? Ну а как? Мне все равно с алкоголем. Честно скажу. Вот мне все равно, что он есть, что нету. Ну, может быть, я знаю. Вы думаете, люди сопьются от горя? Надо еще деньги иметь, чтобы пить. Я считаю, что на каждый товар есть свой покупатель. Если кому-то это необходимо, то в виде разрядки люди могут такое покупать. Но, опять же, без этого тоже можно обойтись. То есть у меня нет четкого «за» и «против». Как лучше для финансовой ситуации в стране, я понимаю, что это тоже какие-то обороты денег. То есть если посчитают, что так нужно, наверное, так нужно. Ну, 50 на 50. Кому нужно, тот купит. Ви не побоїтесь, що там може якось спровокувати якісь конфлікти там між людьми? Я дуже сподіваюся на адекватність людей, тому що вот ці дні, більше місяця вже, вони показали, що дуже багато, як вам сказати, черти обострились, дуже багато оголились і показали себе. І мені здається, що у нас в основному адекватні люди. Мені, як чоловіку, який, в принципі, з алкоголем на «ви», и я, в принципе, себе в этом смысле доверяю. Ну, то есть, как бы, ну, я считаю, вино очень поэтический напиток, иногда хочется и бокальчик вина выпить. Но если у нас ситуация такая, что мы людям не доверяем, и мы друг другу не доверяем, и мы не уверены, если мы выпьем, то что мы будем делать с ружьями, которые у нас тут на поясе, то я не знаю. Тут надо задать просто вопрос самому себе, как бы, ну, я себя буду чувствовать спокойно с бутылкой вина рядышком. Но не знаю, может, есть какие-то еще другие люди, которые сомневаются в себе. Я против, я, скажем так, употребляю только по праздникам. Может быть, для кого-то это будет непонятно. Но стресс можно снимать, прийти помогать гуманитарку разгружать. Можно, скажем так, идти спортом заниматься. Опять же, на трассу здоровья можно выходить гулять. Спиртное не обязательно.